Итак, мне пришла посылка из Китая с сайта tio.ru. Air Max 90 кроссовки. Кроссовки Nike. Air Max 90. Посмотрим. Что там? Коробка оригинальная. 39 размер. 39 размер кроссовок. Ну что, выглядит, по-моему, вполне достойно. Как оригинальные. Только такие будут стоить, наверное, не меньше 6000. В магазине. Я заказал за 2600. Подошва прошита. Лейбл Nike на подошве тоже есть. Ну, все признаки оригинала. Очень легкие. Расцветка, по-моему, просто бомбовская. Наверное, самая лучшая, которая только есть. Единственное, что только заказывал я полностью из кожзама. А тут стоит сетка. Ну да ладно, зато будут дышать. Ну и полегче, наверное, чуть-чуть, чем кожа. Просто сеточка пачкаться будет, поэтому хотелось, чтобы была кожа. Ну ладно, это я им еще напишу. В общем, как-то так. Так что не бойтесь заказывать с Китая обувь и все остальное. Вполне достойные за такие деньги качество. Все. Всем спасибо за просмотр.